Когда Агафоновы узнали, что Белтелеком предоставляет услугу видеоконтроль, сразу же отправили заявку на подключение. И вот заботливая бабушка четырех внуков уже просматривает записи с камер. За безопасность можно не переживать. Неожиданный и приятный сюрприз. Супруг Елены Петровны становится 10-тысячным абонентом. В большие бортники едут с подарками. Для меня это шок, я не знала. Мне вчера позвонили, сказали огромное, конечно, спасибо, приятно. Руководство Бобруйского узла электросвязи сердечно благодарит юбилейного абонента за доверие и выбор компании. В подарок сертификат на право пользования услугой видеоконтроль «Дом Лайт» со скидкой 99% сроком на год. Приятный бонус – современный смартфон, с помощью которого можно просматривать записи с камер. Плюс робот-пылесос. С таким количеством детей в хозяйстве точно пригодится. На сегодняшний день эта услуга на Бобруйске, в принципе, наиболее востребованная услуга. Мы первые начали внедрять эту услугу, и вот этот юбилейный абонент в Бобруйском районе, это не просто так, это действительно количество этих абонентов, оно самое большое в Республике Беларусь. Качество, надежность и доступность. Видеоконтроль обеспечивает круглосуточную безопасность. Записи можно просматривать в режиме онлайн. В архиве изображений хранятся 30 суток. Для комфорта пользователей созданы все условия. Компания не только бесплатно устанавливает и подключает всевидящее око, но и помогает выбрать оптимальное расположение камер. Ставка на этот сектор – это буквально, вот, скажем так, буквально последний там, год, наверное, месяцев 9. Да? И поэтому мы видим, что вот на текущий момент востребованность именно этой услуги очень серьезная. В сутки вот, примерно прирост базы вот, по стране от, колеблется там, от 50 до 100 камер в день. Всего Белтелеком установил около 120 тысяч камер по всей стране, как в многоэтажках, так и в частном секторе. О пользе видеонаблюдения говорят многие факты. Количество раскрытых преступлений с помощью современных технологий растет каждый год. В общественных местах уровень преступности снизился как минимум наполовину. Также записи помогают при решении конфликтных ситуаций. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.